Всем доброго времени суток. Всем привет. Последний подкастик в этом году. Поделимся нашими планами, которых в принципе-то особо и нет. Изменений не предвидится. Проходим Лару, проходим Ассасина. Как только что-то из этого закончим, сами еще не решали, что начнем. И будет и Uncharted 3, будет и... Кто там еще-то будет? И Half-Life Blue Shift, и Half-Life 2. Ну да, про Half-Life спрашивают постоянно. Когда уже? Ну когда? Mm-hmm. Когда руки дойдут? Где-то там же далеко маячит и Ведьмак, который тоже я очень хочу поиграть. В общем, все то, что мы обещали, все то, что планировалось, ну то есть то, что перечислялось на предыдущих подкастах, все в силе. Ну просто, сами понимаете, и предпраздничное время, как бы, и свои дела домашние. У нас просто вот зашиваемся, реально зашиваемся. Ну да, я думаю, вы заметили, что и серии выходят попозже, и даже периодически что-то не выходит. Вот Лара не было один день, и, по-моему, на предыдущей неделе чего-то не хватало. Не помню уже. Ну, в общем, да, мы по возможности стараемся не выбиваться из графика. Кто-то бы сказал, да, ну, это все нафиг. Сказать вот сейчас вот зрителям, что не могу. Ну, как можем, так, в общем, стараемся все-таки не выбиваться из графика и по возможности выпускать серии. Угу. Приятная, кстати, еще новость есть. Получили серебряную кнопку. Да, доехала она до нас наконец-то. Ага, весит почти 1.5 килограмма, вы не представляете. Там рамка железная, вот она весит столько, что ею убить можно. Это специально, наверное, для самообороны, когда ты едешь с ней домой. Нет, ну я так поняла, что ее надо на стену вешать там или еще куда-то. У нас она на шкафу теперь лежит. В коробочке. Закинули. Ну, на самом деле, я думаю, Саша, наверное, сфотографирует ее и выложит ВКонтакте. Да-да-да, как будет время, я сделаю это, выложу там. Может быть, в каком-нибудь подкасте еще, скажем, там фотку скинем. Сейчас просто не до этого совершенно. Ну да, ну приехала и приехала. Вообще, она должна была давно уже приехать, но вот только-только-только. Добралась. Ага. Это, кстати, вот на 100 тысяч, а кнопку нам, я не помню, когда мы заполняли там форму, а у нас уже почти 250 или даже 250 уже. Забавно, конечно. Получилось долго очень. Ну, не страшно. Ну да, я считаю, что вообще от нее никакого толка. Бесполезная штука. Лишняя коробка на шкафу. Больше вроде бы никаких новостей-то и нет. Хотим поздравить вас с Новым годом, с наступающим. Пожелать всего самого-самого-самого присамого. Чтоб все желания сбывались. Удачи вам в наступающем году. Не болейте. Здоровья вам и вашим близким. Хорошо учитесь. Получайте большие зарплаты. Начальников хороших. Начальников хороших, да, это вот очень важно. Вот. Училок незлобных. Мне с начальниками как-то вот среднее. То везет, то не везет. Так, не отвлекайся. Мы поздравляем, а не жалуемся. На Новый год много не пейте. Вам еще от нас смотреть подарочек в виде ЛБП. Будем проходить DLC-шки. Немного. Это будет третье прохождение. Мы решили какую-то часть сделать, потому что поднакопилось там уже и уровни, и DLC какие-то выходили. Ну, сделаем сколько-то. Да и сами соскучились на самом деле. А потом еще когда-нибудь продолжим. Да, плюс основные наши прохождения мы прерывать не собираемся. Они тоже продолжатся. Ну, если уж будут какие-то небольшие перерывы, я надеюсь... Каникулы у нас не планируются. Простите. Нет, ну не планируется, но все может случиться, потому что как бы у нас тут могут быть какие-то накладки и, ну, и личные дела, в общем-то. Угу. Хорошего вам Нового года. С наступающим вас. Всем пока. Всем пока.